Что я написал? Потные подмыхи, блядь. Понимал. Тут. Пинадим, я ставлю рыбу. Погнали. Да я уже пнул. Окей. Лёг, ты там грузишься? Рыба стоит, ешьте. Да, деминит. Где-то в инвизе прячется. Так вон, на восьмое место по урону посмотри. Эмилит. Тут. Сумонься. Сразу яды, минус кас, минус хил, садишься на жильца. Метка полумесяц. Демон лок. Акс лок. Крест, метка. Подожди, не спамь, пожалуйста. Демон лок. Когда лок призывает собаку, бан, фир. Сначала бан, потом фир, потом опять бан, потом фир. И так три раза чередуешь. За это время там, в принципе, должно залить. Играем по охотнице. Пол ребаф. Охотница, потом лук, потом сова. А, вот санки. Череп, крест, ромб. Рейд налево, я направо. Я постараюсь забрать на себя рогу и подержать его. Дайте кулака. Сейчас в ребаф подойдем все. У ребаф дадим. А, мир, смотри. Хилишь меня. Через. Ну, ты знаешь, как хилить. Когда я скажу, можешь отходить к рейду. Вы кулак каской сбили. У нас два паладина осталось, поэтому. Ну, мне пять не надо. Дайте кулак. Все. Так, все поели, фласки выпили. Ну, блять, сейчас. Может, я на полу лучше? Касты практически все забиваются тогда. Или на жреца все-таки? В принципе, можно, да, садись на полу. Все. Так, маг, твоя задача. Сейчас метку. Метка квадрат. В овцу его. Макс, сними себе кулак. Там типа заканчивается. Ну, пусть висит, что. Ну. Я каски перебафу. Она мне не сбилась, у меня и каска, и кулак висит. Ну, 8 минут, 7. Так. Дим, можешь покидать в сову контроля? Аж один раз. Понятно. Друид, Антон, тогда совой займись, если что. Не, ну я кину, но там 45 секунд. Ну, окей. Так, я захожу с той стороны. Мир, пойдем. Да, играем череп, крест, потом ромб. Так, мир, если побегут на тебя, бабл и съебаю крейду. Угу. Я под одним рогой не должен сдохнуть здесь. Так, чек на баф на готовность. Все, все готовы. Дает что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Я пока не могу прочитать это заклинание. Сало. Мир, уходи, 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 уходи. Я в фере. Уходи к рейду. Я тут подругой попытаюсь постоять пока. Не танкуйте мобов. Кайтите их, пожалуйста. Так, отхильте, пожалуйста. Нет, меня пэты грызут все. Локасту. Чуть больше контроля, пожалуйста. Ханта сбить.
Так, Рога ушел к вам. Я посижу на Роге. Мирсос есть? Да. Вставай. Берка села. Это мне сейчас запить. Крест. В крест играем. Не, хуйня, падаем. Но череп очень долго жил. У нас как минимум двое. Контролев мало. Лок оставал, я попытался кикнуть, но у меня, блядь, первый раз каст мимо. Кто у нас вообще может касты сбивать из? Ты. Я на паладине. ДК, шаман. Ну, я сбиваю по возможности, но я не могу одновременно пуржить, кикать и хилить. Видимо, только ты сбиваешь. Я миссанул по локу один раз, а второй раз сбил. Ну, я Рогу держал там сколько смог. Мне контроль не дали. Рыба стоит у входа, ешьте. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями. 2 минуты до гера. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Все, поели, отошли отсюда. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Вот это легкий сетап. Да. Маг. Первый. Лок второй. Дерево. Банится. Демон лок. Твоя задача. Бери себе фокус. Квадратик. Также банфир, банфир. Шаман Энх. Воин. Воина, воина и шамана я заберу. Да нету, нет, он дом. Уже закончились. У меня было всего 5. Воина шамана я заберу. Эмилит на жреца. Угу. Треугольник. У меня ни одного нет. Все, играем череп, крест. Там дальше посмотрим. Хлюпал идет со мной. Я заберу двоих. Весь рейд туда же, да, к воротам. И не выходите, ДК грипнет. Ставьте контроль на их, пожалуйста. Он Дагера. Ждем, ждем отката. Маг. После того, как с дерева спадет контроль, можешь его кидать. А до этого просто контроль чернокнижника, чтобы он нам людей, да, не чекал с магом. Да, маг, до того, как, короче, кидай в шип крест, шип никто не бьет, и давайте без масс, без ОЕ. Все, гир откатилась. Чек на пул. Все, все готовы, да, я чё. Я спекнусь, потому что у меня Т4 все-таки. 5, 4, 3, 2, 1. Сука, а что ты кого не дал? Понимаю. Приз диспетгеру с них. Алло.
Там мэр к вам пошел. Не, все, не тонтится. Вара в контроль. Я уже думал, может мне в ДД. Что танк вообще бесполезен. Почему ДК без фрост-стойки? Ну, я пока не могу контролить хила, сорян. Ну, даже переп не убили еще. Но падаем. Все это важно. Ну, я тут просто миликов ввожу. Кого-то. А! Почему у нас упал Демон Лок? Почему он танкует лицом? Макс, объясни мне, пожалуйста. Вот там кастер был. Он не может особо кастера покайтить. ДК, ты когда гриппаешь, давай оковы и поставь фрост-стойку. И вынеси себе руник, даже в ДД. Затем, что они не таунтятся, так ты хоть агро больше наберешь. И меньше шанс, что ты выйдешь, на тебя побегут другие. Ну я, будучи ФДК, ВВК 25-ки танчил... Кого? Рогу? Ну, пока я милика одного. Просто водил нахуй с рейда, и он стоял со мной. Стоит, ешьте. Ну, сейчас к нам и милик побежал. После. Да вы потому что подошли близко. На вас и вар, и энхушку. Поэтому и нужно еще фростой. Чтобы на него не Макс, не забивайся за колонну. Да, я понял. Вар просверяет. Да я понял. Чё, тыкнуть? Да, запусти. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Выпадай. А, сейчас, подожди. Сейчас посмотрю состав. Позволь моим... Если будет вар, дашь в печеньку антифир. А то они мне феряют и бегут на вас. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь. А нам хило вообще сильно важно это. Может, я на блоке посижу тогда. Раз я так разъебываю. Вармак. Йола, дохуя костер. Да? Я могу на одного фристрапа кинуть. А ты до этого не делал это? Ну, делал, только что на аэродром кидал. Жесть. Ну, она недолго висит. А, Лёха, на хули пала садишься? Угу. На звезду. А, жильца. Полумесяц. Контроль. Играем череп, крест, ромб. Я заберу воина на себя опять. Также рейд налево, я направо. Не старайтесь забивать все, что видите, все-таки. Давай подождем 30 секунд. Бабл. Да, я вижу. Да, Мак, шип на крест, но только когда он подойдет. Не надо выбегать к нему. Там тут не работает. Ты грипнешь, что сразу в воздухе оковы даем, чтобы он медленнее ходил. Так, все, Гир, откатилось, человек на пол. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Пять, четыре, три, два, один. Thank you.
слабо, это 4. Мир, уходи к рейду. Понятно. Ваншот. За лупом, да. Чисто в три кастера шопы. Ну, значит, будем сейчас реролить составы. В чем проблема-то? Просто втроем бам в одну цель разу три кастера. Да. А че у нас ДПС так мало, что? Потому что все умирают. Не, я в ММ, блядь, это бред. Это ПВП бой, по большей части. Тут надо сбивать касты, контролить. Без этого они нас будут просто шотать постоянно. Просто выкатите нахуй Каругер ебаный уже, блять, чтобы вот его ЕВК, блять, не видеть его. Макс, если агро у нас особо не держится. Я могу с серым щитом, как сейчас, спокойно держать вара. Вар вас тряпок пошотает нахер там. У нас... Я могу спокойно держать под... печатью света и без хила стоять там. У нас может ДК его, например, водить. Если там один милик будет, ДК его спокойно водит. А ты вред, типа. Ну давай, сейчас посмотрим. И одновременно с этим у нас сразу оба хила спокойно хилят рейд. А человек, кстати, потом ДК может оттянуть, например, от рейда кастера и подморозить его, чтобы он не мог добежать и кастануть кого-нибудь. Ну, это из таких уже приятных бонусов. Потом. Есть еще два бопа и две капли. Нужно сейвить лока каплей и бопом, и мага. Ну, боп от магии не спасет. Ну, от физухи спасет, от ханта, от петов. Но для этого оба паладина должны быть рядом с рейдом. В этом суть. Если два милика, одного милика оковы ДКшник берет, то от него все бегают, а второго милика сова, вихрь с корнями чередует и все. Ну, слушай, весьма. Рога, хант, маг. Я понимаю, что там есть хил, но я бы предпочел, чтобы тогда хила пошиповали, а я просто кастеру позбивал касты. Могу там или сове. Учитывая, что такое происходит. Ну давай попробуем, да, ДДМ. Один милик. Вот он ему кидает. Ну, единственное, что он шотать может, он телепортируется за спину, шотает. Он ему оковы кидает и должны все от ромбика бегать. Угу. Давай я на маги, короче. Так, попробуем. Давай. Условно. Ну, сейчас тупо стенка на стенку. Условно. Ну, в общем-то, ДК... там одни кастеры, только рогом амелик. Условно, ДК заходит с левой стороны, и рогу оттуда забирает на себя, уводит подальше от рейда. Ага. Как бы шедоу-степ шедоу-степом, но если рога очень далеко, он не сможет это сделать. Да. Пятьдесят секунд до гира, ждем. Вихрь совинный поочередно кидаешь на Самула и на Вилану. По два можно кидать. Нормально будет. Один, второй, потом. Потом на следующего переключаешь. Один, второй, потом обратно на этого. Спула может шаману. Шаман может тоже жабу чередовать на одного, на второго, когда вихрь кончился на нем. Шамана КД 45 секунд. Ничего страшного. После жабы овца мага. Бить будут мага по-любому. Так, мир. Да. В фокус демонлока. Я в фокус мага. Бопы. И частицу можно на кого-то снять.
я пропишу. Давайте. А могу щиток шамановский. Он и свой фрост еще пускай врубит. Басол. Ну, это прекрасно, но тебе армор нужен. Басол. Чего откатилось там? Можешь замораживающую кинуть под ханта или под этого? И просто фернуть кошака, чтобы он бегал и не бил никого. Макс, ты на кого фокус дал? Я на мага. Кошака маг приморозит. Я могу позбиваю. Так, все, что, все готовы? Даю отчет. И гиру. 5, 4, 3, 2, 1. Понятно. Получилось. Ну, типа. Рога, хант. Короче, ото всех. На, приз диспель. Уже поздно. Не, хуйня. По-моему, в танке от меня пользы больше было. Да. Ты просто ловишь. Ну, я хотя бы одного могу подержать и вдалеке. Ну, ты изначально ловишь весь вот этот залп. Это как минимум уже польза. Ну, я хотя бы там секунд 20-30 могу держать мелика. Ну да. Так, кому почему? Так, я на зов танка. Пойдемте, поставлю мамонт. На выходе мамонт. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. У меня самые выгодные цены. Сражайтесь во славу еще 40 Альянса, минут. Герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! 59 минут еще нашмуть. И 46 на втором. Кажись, тебе надо руку держать, а нам Мэнха первым бить. Что это, милик? Рок, ШП, шаман. Ну, сейчас так, ШП в контроль надо, рогу я заберу. Как раз он с той стороны. А этот ближе к нам. Шабада проще всего начать бить. Нузла надо контролить, резать каст. Фир с овцой чередовать. И с вихрем. Надо это просто по очереди сдавать. Так, мага обязательно контроль, иначе опять посливает Грумбик. Ругу я заберу. Так. Ни у кого нет зелья свободы действия случаем с собой. Ладно, попробуем так. Рейд справа, танк слева. Смотрите, давайте договоримся, чтобы было как на топовых мувиках на арене, блядь. Вот поочередность контроля по нузлу. Чтобы мы убили Шабада спокойно, он нас не зашотал. Допустим, первый вихрь дает сова, после вихря сразу идет фир. После фира сразу идет овца. И потом опять вихрь, фир, овца. Да, спасибо. Просто рога там стан будет давать. Рога... Войт, который войт фьюри?
Да. А Рога будет паладину. Иваныч, пожалуйста, слышишь, 2 минуты, у меня тут, блядь, звонок, что-то мозги ебёт, это приедет. Да-да-да, давай. А Рога бы паладину сбил каст и замедлил скорость каста. Я тоже тогда 2 минуты ФК. Я и так на паладине сижу. Он и так не кастует. На вас что-то нем... просто ДД. Тут 2 ДД сейчас кастят. Сидеть на нем не надо, надо дать ему стан и пойти бить цель. Потом... Так, Лок сейчас берет дерево в фокус. Как только дерево подходит, банфир, банфир. Ты просто дашь стан Роге, ой, Палу, и пойдешь бить цель. Потом просто подбежишь, обновишь действие замедляющего каст яда на Хпала и пойдешь обратно бить цель, и все. Рейд станет вот сюда. Я просто на поле, там довольно часто контролей должно быть от всех, в принципе, тоже. Рейд в черепе весь. Шаман. А я в абсолютно в противоположную сторону заберу на себя Рогу. Мир, как я пойму, что у меня все ок, уйдешь к рейду. Угу. Просто эта падла меня просто сдаст, там надо будет подхилить, а потом я под печать света потанчу. Я пока не могу прочитать это заклинание. Все, ждем сейчас, шаман с собой придут. Сейчас главное мага контролить и ШП. Ну, ШП такого бурстового дамага нету, он хуйню будет. Вот если... мага, да. Мага, да. Че у вас, как, кстати, 25-ки по ЕВК? Есть прогресс? Что-то там ляма 3 или сколько там, блять, в процентах 38% оставили ледяному реву. Там ДПС еще мало. Хватает немножко. А, все на реве ебутся сейчас. Там, блять. Да, он баганый, как не знаю, что. Да. Там вот не баганый. Десятки раз там... провайпались на нем. Баганый. Не, он баганый, он очень баганый. Врезался в центре, с учетом того, что в центре вообще ничего не было. То есть воздух. Сходу, как только прыгнул, сразу врезался. Это... Без урона. Это еще мелочь. А, Дезурон? Дезурон в инвизе под ножку поставил. А, Дезурон... Пролетал мимо чисто. Что в Харригер на эвейде коня? В РБКшках тоже. Да. Так, Мир, подальше отходи, потому что я буду сюда подводить его дорогу. Так, мне надо, чтобы на меня Рога побежал уже сюда, потом только грипните Шабада. Буквально полминуты отошел срочно. Давай все равно ждем друида и шамана. На прошлом, когда десятку убивали? Ну, бы не убили. Там прохила не хватило. Как это не хватило прохила? Ну, на ласпазе подали. А кто хилил? Да Цейр друг, по-моему. Угу, тогда понятно. Нужен хэпал. Ну, как бы у нас хэпал не сильно одеты, но я в этом хэпале уверен. Там просто Иршин. Хилишь одну, вторую метку частицы на танке и пиздец. А второй хил, маленькие хилки кидают по остальным. Там метку главное не проебланить, она вешается только через 3 секунды дамаг идет. Так, сейчас шаман друга подойдут. Весь рейд в белой метке, в черепе. Прямо вот там. Не бойтесь, там они не агрятся еще. Я туда подходил, метку ставил.
Роман тут. Роман тут. Чек на АФК на готовность на пул. И Мелит тут. Отлично. Так, ДК, смотри, я сейчас кидаю, блин, врагу и увожу его вот сюда, к воротам. А ты гриппаешь Шабада. Дает счет. 5, 4, 3, 2, 1. Сука. Хуй. Стенка на стенку. Хуярь всего. Мазбитки. На них. На гир дали. Я могу ругу поводить просто. Иди там, поставь. Води, 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 окей. Сука, мир. По контролю чуть-чуть. Диспофер. Контрольте. Я давал хекс. У меня когда? Следующий контрольте мага. Я не могу одновременно хилить. Блять, пуржит с этой хуйни. Вы падаете. Все, рогу слез. И убили одного. Бля, а чё Войт у нас не пуржит, нихуя? Два пуржа за один тип. Мага контроль. Маг, 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 блинкуйся, убегает роги. Страх. Три сыграем. Я не могу его хикснуть. Там все. Демонлок, уходи. Мага контроль. А у Ешку кто задал? Сало. Сейчас умру. Контроли там всякие, атмосферы опять же, по новой. Умер. Встать не надо. Пиздец, больно. Мага не трогайте. Мага контроль. Заебись. Его на фул отхилили. Ну, блять, и сори, я не могу одновременно пуржить и хилить. Я, если пуржу, у меня, блядь, ГКД уходит, и вы умираете. Падаем. Я хуй знаю, как это убивать. Ну... Я 25-ку сюда даже не хочу идти, блядь. Я вообще его ИВК ненавижу. Я сюда хочу еще. Блядь, было 25 раз нахуй ЦЛК пронести, блядь, и то, блядь, проще. Ой, согласен. Конченый контент. Ну, у нас по контролю плохо. Макс стоит в толпе со всеми, ему шип дают. Шип, естественно, тут же сбивается. Не то, что сбивается, они же и диспелят. Ну, это понятно. Не, там-то чисто ауе урона. Прерывание каста считаются именно прерывание или стану тоже? Прерывание. Так, прерывание. Не. Классно. Басо, ты тоже касты забивать умеешь, если что. Раз в полминуты, правда, но все равно. Пиздота. Это, блять, важно на самом деле. Для всех, причем, не только для тебя. Весь бой про контроль. Да. Здесь больше ничего не нужно по факту. Это не совсем манекен, это то есть то, что...
необходимо, блядь, сдавать помимо основных кнопок на урон. Контроли. Не. Клеопатру бы сюда. Ты, блядь, он бы просто стоял сейчас и по КД всем говорил: контрольте, контрольте. Сбейте каст, сбейте каст. Ну, у него это, правильно. У него это работало. У него это получалось. А? На этом трае кидал ловушку, и тупо она не действует. Два раза. На третий раз уже прохнула. Какого хуя? ДК, лок. Печальный сетап. Рец, маг. Дерево, воин. Два милика, и они по разные стороны стоят. Ну, сова возьмет милика. Корни, вихри чередуешь, и все. Он хуй выйдет. Ну, я воина могу забрать. Попробовать. Я смотрю, как у нас люди контролят. И мне плакать хочется. От меня 8 контролей, от друида... Так, ладно, все, рейд также в белую метку. У Никиты по возможности, если что, локу. Или кому? Всем, кто дамажит по 90 тысяч костей. 2. Это лок. 1. Мир на тебя идут. Мир, Крейду, уходи. Уходи, Крейду, я с варом один останусь. Хуярьте его. Мак. Пока. Пизда. Ну, разбирайтесь. Воина я подержу здесь, без хила. Ну, я спил шип. 5. Там... Бан, дерево дать какой-нибудь, страх накидать. Демон лук, бан фир в дерево. Масфир. Смерч. Сбитие костов, КД всем абсолютно. Ледяную ловушку. Уже висит, блядь. Там хант? Пикант. Стоит такой хил на кастового, это всем похуй. А те что киками нахуй, что поржом мясуют? Это ёбаная. Ёбаный рестор. Нас диспел. Угу. Так, ну у меня тут все ок. Это как? Это пизда. Че, ДКшника разберем или че? Да, ДКшника давайте разберем. На ковах кайтим. Че, верхили буду поржать? Да, да. Это пиздец. Дерево встает, кастует. Если вы думаете, что контролить надо перестать, нет. Бля, он только что был на трапе. И вихрь, а вихрь не банкир. Макс, вы уже садай. Макс, ты там как? Нормально живу. Будет плохо, скажу. Демон лок не танкулится он.
Блять, Хиксом миссинул, идите нахуй. Приста давайте. Тимана нет, блять. Фу, блять, сейчас загорю нахуй. Да все убили же, хули вы трендите, блять. Но это эмоции мои, блядь. Три раза. Так, на вальках я соло танчу, на ДК сферу ловишь. Может, я половлю? Или? Посмотрим сейчас. Ну, от меня так будет намного больше пользы просто. Окей. Где там? А мне тут фикус пришел в гости. Сейчас мы его разъебем. Грипп, грипп. Да все, Вар, на вас уже отогрелся, вы сюда подошли. Надо просто кикайте касты фикусу и в этом Вары. Забанили его. Я пойду с ним побегаю тогда просто. Демон лук, кайте. Все запрокало моментально, блять. Ну, ты что там, череду в рефлекс дал, да? Нет, я просто подошел. Да. А ты вилки не видел на нем? Я видел. Я подошел ударил, запрокло руби хамсай два раза, блять. Замечательно. А зачем ты подошел ударить? У него вилки были, если. А потому что не хочу в жопу раз, потому что вилки получу. Мы их унизили. А перед этим они нас несколько раз. Да, да, молодцы. Сейчас они произойдут, и мы опять. Да, сейчас еще 12 даунов позовут и под герой нас. Повезло, что мы первого быстро убили, а потом просто на пурш сел. Да? Так и надо. Если первый не падает быстро, то это вайп. Нам повезло, что они довольно долго на максе сидели, а потом побежали на мир, а не на нас. Не, в смысле, вар тогда последнего нам не был. Но. Это большой плюс с паладином, потому что если рассчит на дел, и они с тебя не уйдут. Там хилы просто не успели добежать, поэтому так быстро слили. Вообще вам повезло, что я плюсанул, блять, рейд. А у нас был шипешник, он просто куда-то съебался. Кроме короля лича выиграет от подобной глупости. Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность. Чего? Ну, говнотриня. Говнотриня. Мне на танка рогу. Ну да, у тебя шмейт на танк, блять. Да. Так, где мой щит? Так, ДК в ДД оставайся. Эмилит, ловишь сферы. Угу. Мы убрали, все запускаю. Так, я... Сейчас поставлю рыбу. Ебаня, почему мои избития коста не засчитывают, судя по... Рыбу поставил, кто падал, ешьте. Джип стоит здесь же. Там надо его кидать во время каста, а не после. Еба, все, я его нахуй ёбну сейчас, бля, это пиздец. Я... Все, стопните флот, пожалуйста. Гильдии то же самое. О, сори. Я сбиваю, но не пишет. Если что, ты вообще мог бы сферу собирать, чтобы мы вообще никакой ДПС не теряли. Извини. Я сыграть сферы? Ты хант. Рофлиш. По-моему, я больше дам буду, когда буду стоять тупо. Да, он дохуя туда даст. Тем более я сул. Так, в том и прикол, что он хант, он просто ловит белые сферы, ловит на себя 100% дебафа. Да, и просто у него урон повышается на 100% постоянно. Знаешь, я не дам кулдепас.
какая. Так ты ловушками там можешь в основном. Лёха. Созвонимся. Стас, арестни. Ты, блядь, споришь со мной, не резну Стаса вообще. Налог вот сюда портал свой ставь. Кто какой танчит, кстати? Я один танчу. Бля. Ладно. На перебежке просто порталом идешь туда. На перебежке дам массакру. Ждем Коля Пала. Я тут. Он может так. Ромбик на тебя напулить. Рога. Ну и хан звезду, рога ромб. Чек на баф напомнил. ДК, не парься, я вижу еще 23 минуты. Сейчас, если убьем сразу, то после них пароль первый шмут. Так, все, все готовы, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Дайте поставить. Бьем светлую. Спецспособность 7 секунд. На, сзади прилетела, найс. Могу встать. Уже нехуй вставать, уже падать надо. Четыре тела сразу упали. У кого-то, у шамана есть ДД? Есть ДД, но почему здесь шаман? НДЦшник хочешь. Ну я понимаю, но... за не особо, может, спасет. Может, спасет как раз. Ну, у меня хуй. Ну, от одного шарика хотя бы спасет. Ну, жив слева откуда. Спекнулся в ДД. А, ну еще вопрос. От огня аура была? А огонь тут зачем? Не задавай таких вопросов лучше. Просто была или нет? Нет. Вот, теперь будет. Потому что это урон от огня, белые шарики. Так, ладно, у меня другой вопрос, почему темная сорвалась на сову? Тогда бить должны были в тебе белую. Звездопад? Я не успел сальву дать уже. К тому моменту. Ну, омен надо смотреть, наверное. Но у меня-то омен стоит. Не, а у совы. Стоит, ну так смотри в него. А омен. Смотришь, дошел до танка, стопни дамаг. Повешай две дотки на другую вальку. Покури 5 секунд, потом продолжай. Так он про темную. Последнее испытание. Думаю, он знает. Навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! Ё-моё. Руга на пул ромб, хант на пул звезду. Дайте там поставить и пару секунд побить их. Чек на баф на пул. Я КД бурстый сейчас. Сколько? Если две что, минуты. Я в ДД прыгнул, вы же сказали. Ну, две минуты. Ну, две минуты мы не будем ставить. Кто дает счет? Подожди, стой. Ты в ДД прыгнул? Да. А кто сказал тебе? РЛ? Ну ты же предложил спекнуться в ДЦ. Я спросил, есть ли у тебя ДД? Я ответил да. Ну и что, РЛ тебе сказал спекаться? Ты им говорил? Нет. Я не знаю, что.
Окей. Сегодня готов? Маны нет. Ешь. Так, после этого пула с первого босса паролим шмут, там уже время. Сюда я что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Во имя темного повелителя, во имя короля лича, вы умрете. Спецспособность 6. Светлую все взяли. Бьем темную. Перебегаем. Дал массакру. Способность 5 секунд. Темную взяли, бьем белую. Массакра есть, мир? Да. Сдавай. Пошли, пошли. Сдал. Перебегаем. Друида сальву. Дал. Бьем. Кас пока не скикнем. Я сам кикну. Не кикайте. Способность 5 секунд. Да, да. Значит, ДБМ богатец. Я сбил. А ты с нами вместе меняешь? Да. Переводим. Добьем. Лол. Бисовый меч, кстати, басота. Запустите. А, он у тебя есть. Так, с первого босса. Кольцо. Мы примем любой вызов.
На, уф, спек, может, кому надо. Попробуй мне отдать. Чисто нет, да не отдастся на тебе. Нет. Жаль. Давай обмен на печеньку. Танковский запах. Нет тебе. ТДК. Обмен. Да, за пиздатым. Мне как раз надо с меткостью. На крафтовые я как бы ебал тут 50к покупать. Запустили, нет? Да, все. Вы проявили себя как бесстрашные. Пойду покурю. Удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы не могли... Ну, два бопа есть, тучка есть, СС, ПР. Блять, да заебись должно быть. Сложи ледяную скорбь и... Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Минуты две где-то. Так уже сейчас закончится. Да там Макс пока выкурит. Так уже разролили с первого босса. Так, Макули, сейчас я по работе отвечу. Блять, когда у нас ночью, у меня рабочий день начинается. Дай я систа на войну. Да, сейчас. Угу.
Короче, убивал его в два и в одного танка. Ну, теоретически, можно в одного. Я думаю, ты с Шаклом без проблем справишься. Фактически, можно без одного. Справлюсь. Ну, все, значит, ДК в ДД будет. Ну, в этом случае самое важное не забывать то, что моба надо сливать. Не то, что там ты просто бурю крутанул и все. Не, понятно, что там свечится моба. А чтобы РДДшники на него там пару костов давали, там я дотки кидаю, одну пытку там. Если все вместе будут работать, по-моему, будет все хорошо. Ну и тайминги такие, там минута 20 на земле, минута под землей, и потом повторяется. Это получается 9.30 для берсы, на 8.10 он взрывается, в 7.10 выкапывается. Потом на 5.50 взрывается, на 4.50 выкапывается. Если я не ошибся. Так, все здесь. Чек на АФК. В ДД, в ДД. В одного танка пойдем. Так, высота. Одну сферу льешь здесь. Одну льешь у входа. Не больше. Лишние сферы не сбиваем. Без Старфола. Так, рыба на всех есть? Никто не падал? Все живы были. Так, одного моба шаклим, второго я танчу и убиваем его точечно. ДК второго моба грипнешь потом. СС на хулипала, да. На ласт-фазе все под жопу босса. Пристабав снять. Метки танка на фул. Дима на рейде. Это знаешь, что делать. Все, человек на готовность на пул. Ласки перепеть, у кого кончились. Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Это место станет вашей могилой. Это заклинание еще не готово. Сейчас заберусь там. По-моему, заехали. Второго гриб. Играем через бопы, естественно. Два паладина, два бопа. Хулипал остается здесь. Стан, сейчас заберу. Мобы заехали. Отвожу. ДК стану тебя на себя его. Стан. Второго забирать гриппы. От лужи все отошли. От лужи все отошли. Я боб дам. Беги, Макс. Стой, стой, стой. Все. Все ко входу, мобов бьем. Второй боб дает хулипал. Слева, справа от лужи. За лужей не стоим. На сове. На сове. Все ко входу пошли, мобов бьем. Да стой ты лужу, на ней. Лужу возле входа. Быстрее. Мобов залить на басоте. Понятно, вайп, ложимся. Друид, ты смысла нет носиться.
Когда на тебе боб, ты просто стоишь спокойно возле лужи и ждешь. Просто лево-право возле лужи. Ну... Я рад за него, да? Бегать нет смысла вообще.